Геннадий Головкин. Дэнни очень хорошо двигается. Очень чистый боец. Я уважаю его. Я отправил его в нокдаун, но он не потерял контроль. Я каждый раз говорю про 12 раундов. Мне нужно 12 раундов. Для меня это очень хороший бой. Очень хороший опыт. Мощные удары, которые ты выбрасывал, либо не ложились точно, либо вообще были мимо. Можешь описать, почему ты не попадал так, как обычно? Может быть, я слишком долго выжидал. Может быть, ждал возможность нанести один удар, типа как Lucky Punch. Иногда это непросто. Дэниел чемпион мира, он очень хороший боец. Я же сказал вам, он не терял контроль. Я не стремился вести бой безрассудно, очень чисто, очень умно. Хотел сделать хороший, качественный бой. Мне нужно 12 раундов. Глядя на тот факт, что ты впервые прошел 12 раундов, победил, но бой был близким и сложным, и из списка твоих соперников, Дэнни Джейкобс реально самый лучший соперник? Да, я думаю, это так. Он мой лучший соперник. Он очень умен. У него хороший боксерский IQ. Он хорошо двигается, не паникует, не теряет контроль. Джейкобс отказался от повторного взвешивания, сумел восстановить много веса. Ты же держался в лимите 170 фунтов. Это его проблема. Я уважаю свой спорт, я уважаю бокс, IBF. Это его проблемы.